темой. Поэтому сейчас он ТП от КДшилась, и он сейчас делает сюда ТП. И мы его снова убиваем. Вот сейчас он вернется сюда же. Сделала самые вкусные спагетти под твой стрим. Спасибо огромное за донат. Держи в курсе. Блять, я не того съел, по-моему. А нет, того. Три лансера за сколько? За сколько я трех лансера убил? Я его, по-моему, подряд три раза убил. Он сейчас на такой дизморали лютой, что он может ливнуть и не вернуться. Давай башню сломаем. Спасибо за донат. Держи в курсе. Спагетти, это очень круто. Кстати. Так, пошли еще за одним баунтосом. Блин, вот сейчас запахло регенерацией. Вот прям чую я, что... Вот я вам говорил же, да, что чуйка у меня есть. Чую. Чую, чую, я качую. Она на топе. Я просто с деревни. Спасибо за донат, чтобы заказать клипы от 1000 рублей доната. И когда ты донатишь 1000, там есть окошко, куда надо вставить ссылку с Ютуба. Вот ты вставляешь ссылку на тот клип, который ты хочешь, и донатишь, и слушаешь клип. Блин, нет руны, кто-то стырил. Волшебство, пугна. Съел? Зиев? Спасибо, котик, за первый месяц Twitch Prime подписки. И добро пожаловать на канал. Welcome. Сейчас кого-то замедасим, как раз отожрёмся чуть-чуть. За счет 13% вампиризма способностями. То есть я, грубо говоря, отожраться должен на 90 хп. Ну, спиздел. На 30. О, так можно вытянуть сюда кентаврика одного. И подфармить. И съесть другого. Ну да, я как раз выхилялся в фул. Теперь можно его зафармить. Сейчас радик сделаем, игра пойдет. Пока мало урона, просто рот же я талант не брал. 120 урона это не 180 с радиком. Там радик будет жечь нормально. Все, одного убили, этих оставили. Щит продаем. Щит продаем и берем сакрит. Как раз еще и по дэмэджу я начинаю. Ну, сколько у меня? У меня 224 дэмэджа, лол. Надо еще 4 где-то достать. Эй, дебилы! Эй! Эй, больные! Блин, ну знаете, и топорик не нужен фармить. С таким дэмэджем просто видишь там много хп у крипа, половину. Чуть меньше и пьешь. На 20-й надо книгу обязательно взять, чтобы быстрее апнуть. 20, на 20-й минуте книгу надо взять, чтобы быстрее 20-й левел апнуть. Вельмер 961. Вот, спасибо как? За 1000. Ты что-то быстро прям слышишь, оперативно. Ну, сейчас посмотрим, может быть, ты нафейлил как-то. Да, вот так вот. Ты прав. У тебя получилось, братик. Я в тебя верил. Сейчас клип включу. Гангстер ган. Гоу драться, пацаны. Я ж надеюсь, дум без ульта. Не попал, лол. Тут Джаггер. Вот. Вышла мышь. Давай драться, братик. Сюда. Подожди, а это враги все, да? Что мне сделать, чтобы не умереть? К шрайну подойти, да? Шрайн, юзай, братан. Короткий. Я попадал, но коротковат оказался у меня. Такое бывает, это печально. Так, 20-я минута скоро. Главное, как обычно, не забыть. О, радик. Сейчас книга как-то. Да, вот так вот. Ты прав. У тебя получилось, братик. Я в тебя верил. Сейчас клип включу. Гангстер ган. Гоу драться, пацаны.
Я ж надеюсь, Doom без ульта. Не попал, лол. Тут Джайгер. Вот. Вышла мышь. Давай драться, братик. Сюда! Подожди, а это враги все, да? Что мне сделать, чтобы не умереть? К шрайну подойти, да? Шрайн, юзай, братан. Короткий. Я попадал, но коротковат оказался у меня. Такое бывает, это печально. Так, 20-я минута скоро. Главное, как обычно, не забыть. О, Радик. Сейчас книга будет, опять забуду. Просто моя книга, это сейчас я беру 20-й. Это для меня левел, учитывая, что у меня талант на плюс 30% к опыту. Эта книга, это 20-й сразу. Сейчас мидас плюс книга, это важно. Книгу надо урвать. Надеюсь, никто не успеет. Все, книга есть. Надо ее курой нести, потому что я сейчас все равно пешком иду на базу. Чем быстрее ее принесу, тем быстрее золото будет капать. Ну да, я думаю, 1200 экспы мне книга даст. Блять, не дала чуть-чуть. Прикиньте, дала 1000. 1100 дала. Ну ладно, это не важно. Джаггер, нифига себе там это. Тип хочет БФ и манту сразу. Понимаете? Спасибо, Камтагана. Камтагана, спасибо за третий месяц подписок. Дальше, куда все раз... А, там Дум остался один жив, лол. Остальные все поубегали. Я думал, все убежали, короче, а там один Дум выжил. Ну, я предлагаю постоять на центрике, подождать. О, стопай. Братан, а пофармить? То есть он предпочитает линию не качать, он предпочитает фармить лес, да? Это такой парень, не? Или он вообще ничего не предпочитает? Спасибо огромное за 1000 рублей, братиш. Ты начал с 200, точнее, начал с сабскрайба, потом с 200, потом 322, потом полтинник спросил, как ставить клип. И тут решил косарик. Да, 55 даже. И косарик. Спасибо, братиш. Хороший трек. Правда, без клипа, но трек неплохой. Спасибо. Короче, мне почему-то кажется, что кто-то сделал сюда ТП и фармит вот этот вот эту штуку. Никто не фармит. Ну ладно, Ниста тем более никто не фармит. Надо выходить в мид. Не знаю почему. О, подождите секунду. Лансер, лансер, лансер. Дум в КД у нас. Ебать, а что так много? Пацаны, я очень жирный для вас. Подожди, что они хотят? Только не бей меня своим мечом. Оп, а я в инвизе. Оп, а я тут. Оп! Чисто на пуджике туда-сюда, влево-вправо размотали, и можно пойти реген. Вообще сейчас в идеале найти какую-нибудь регенерацию, это просто круто будет. Бабки сыпятся, просто нереально. То есть 4400, только вкачал 20 левел, чуть-чуть полтора раза подрался, уже 2400 золотишко есть. Так, надо купить, наверное, сразу Plate Mail и Mystic Staff, а свиток сейчас на базу придется идти, потому что шрайном я не отхилюсь, очевидно, у меня... 3000 хп не хватает, шрайн мне столько не вылечит. То есть мне либо реген найти на низу на 24-й минуте, либо идти домой. Вот. Но домой, в принципе, полезно сходить, потому что там меня ждет свиток на Шиву. Подождите, пацаны. Стоп. Вы же меня не убьете? Я пуч, у которого 3500 здоровья максимум. Вы же не можете меня убить, правильно? Охренеть. 11 здоровья. Уходим в инвиз, смотрим. Реген, не реген. ДД. Ну, ДД можно забрать и на базу пойти. Все. О, какие люди. Я думал, ты ушел уже. Ты ж там у тебя график. А хотя у тебя график, ты до 6 утра не спишь. Задонатил 10-ку сегодня. ТРФ, спасибо за донаты сегодняшние и за первый месяц подписки. Добро пожаловать. И Дрегли 333, спасибо за первый месяц Twitch Prime подписки. Приветствую тебя и добро пожаловать. Блин, как же я долго буду регениться, надо банку юзать, потому что тут просто буду кучу времени стоять.
Вот, короче, можно вообще Тараску купить в этой игре, чтобы ХП всегда регенилось, но тогда будет другая проблема, у меня ж мана не бесконечная, еще подписка, да вы что? ZSDF, BV, DZV, короче, я так понял, писей провел по клавиатуре, создал никнейм. Спасибо за Twitch Prime подписку, добро что, пожаловать. Убей меня, атакой, а? Ну? А. Спасибо. Гоу драться, пацаны. Все, пацаны, сейчас я буду проверять на прочность. Смотрите, как это делается. Включается рот, уходится в Shadow Blade. И бежим просто за пухной. Он нихуя не понимает сейчас. Он даже не видит. Он идет лес фармить. Он вообще не в теме. Ладно, братан, давай я просто буду бегать. Ляпнуть я раз. Короче, хотел пугну завонять до смерти, но он что-то куда-то убегал. Твистер Омск. Омск, но это далеко от Белгорода вроде. Спасибо за подписку. Добро пожаловать. Блин, минус 4. Тут где-то Джаггер бежал, он скорее всего вот на этой точке фармит. Либо пошел дальше куда-то, непонятно куда. Пойдем, он баунти не взял. А почему он не взял баунти, он так спешил. Ты просто бог плеча, плеча брови топовые. Спасибо, брат, за донат. Сейчас, секунду, убью Джаггера, перечитаю. Там кому-то привет передать, я, к сожалению, не запомнил. Иди сюда, дружок. Дружок-пирожок. Блин, ну что я слабо дамажу, надо плюс 2 силы за заряд. Итого у меня 4700 здоровья. 4700 здоровья, это замечательно. И кому там привет передать? Сейчас, я просто забыл быстро. Я так это, за Джаггером шел. Здорово, пожелаю удачи, пацанам из Зари Луганск. Желаю вам удачи, пацаны. И спасибо за донат, конечно же. Короче, надо пойти сейчас вот сюда, наверное, куда-то и кого-нибудь. Блин, откуда они артефакты берут? Я их вроде бы убиваю. Артефакты все появляются. Что за жесть? А ну, братик, стопэ. Все, ты съеден был. И ты тоже, кстати. Не, брат. Тут не уйти уже. Что, думаю, бежал в ШБ? Подожди, ты кто? Не, иди сюда. Ёбаный, вот пролагало, видели? Лаги. Лаги, сука, сумасшедшие. Пролагало в самый важный момент, как обычно. А ультануть, лучше бы ультанул на умнике. Джаггер, я сейчас раз... Блядь, я развернусь. Сука, я развернусь, я... Подожди, у кого линка? Ему кто-то сбил линку, я его жру. У него оказывается линкин сфера, офигеть. Пролагало там, пипец. Как так можно? Так. Что нам надо? Нам надо, короче, чуть-чуть баблишко подсобирать. Сейчас 28-я минута. Блин, может быть мне с регеном пропрет наконец-то сегодня или нет? Хочу реген. Не иллюзии, реген. Спасибо. Блин, мне бы какие-то тревела еще, я очень медленно передвигаюсь по карте. 333 МС. Это несерьезно. Блин, ладно, заюзаю шрайн, но не из-за ХП, а из-за маны. То есть мне надо ману пополнить. ХП сейчас пополним, это не проблема, так сказать. Можно даже вонять, тут ничего страшного. Сейчас вытяну регенерацию. Инвиз. А, ДД. Блять, опять ДД, да сколько можно с этой ДДхой. Ладно, я пока не буду спешить Тараску покупать. Я предлагаю воспользоваться лайфхаком. Немножечко, так сказать. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем подлечиться и продать ее нахрен. И пойти дальше. То есть надо бабки всегда держать. Это будет моя хилка всегда, в любое время. И погнали. Погнали. Так, давайте в инвиз уйдем. Это кто тут? Это собаки на меня сагрились? Или там кто-то? Нет, там на меня, наверное. Ребят, Горышана убьем. Я просто предлагаю Октарин взять. Я не хочу сейчас Тараску делать. Просто Октаринчик замутить. Только сапог выкинуть, а то у меня сейчас опять шляпа... Подожди, блядь. Ёбаный. Ебать, а шо? Ёб твою. Блядь. А...
Подожди, у меня было 5700, да? О, привет. Братан, стой, 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 стой. Не надо уходить, да, я покушаю по фасту, блядь. Дай перекушу, я есть хочу. Блядь, опять лаги. Микроспайк был, видели? Привет. Убейте стрима. Его, гоу пушить. Отличный стрим. Атмосферно. Тепло и смешно, и главное. Информационно. Какой из них настоящий? Да пофигу, всех убью. Всех убью, гоу дальше. Спасибо за донат, братиш, за приятное, теплое слово. Спасибо, братик. Гоу, зайдем. 5700 здоровья. 5700 здоровья, можно себе позволить пойти разведать. Что такое, блин? Я не понял. Ты меня утонуть решил? Ебать. Да ну нахуй. Зачем так жестко? Ебать. В три ульта пацаны решили задушить 5700 пуджа. В итоге все сдохли. Ну ладно. Сильно. Сильно, конечно. Очень сильно они придумали. Блин, меня умник хилит по 300. Умник по 300 хилит и не понимает. Умник, хильни меня еще раз. Я хочу посмотреть, сколько он меня хилит. Неплохо, и меку дал. Отлично, пацаны. Кусок хп восстановил. Дай-ка поем. Вот сейчас я хильнусь чуть-чуть. Стопе, женщина, стопе. Так, Ланселот, стойте. Так, мне надо пойти что-нибудь пропить. Я, они байбекаются, они верят в то, что они задефают такого пуджа. Но я бы на их месте не верил. Потому что, ну, такое дефать очень сложно. Хорош, пацаны. Петух, я же говорил, победим. Я на пудже не проигрываю. Что-то все замолчали, кстати, вы заметили, что в этой игре сначала петух всю игру ныл. Я ж его не мутил вроде. Да нет. Петух, ты чё молчишь? Чё они все замолчали в натуре? Они ж вначале все ныли, там общались. Я в смысле в муте, я вообще молчал всю игру. Я не могу быть в муте у петуха. Это невозможно. О, поймал рыбку. Блять, он же с линкой. Дай. Спасибо за игру, парни. 6300 здоровья и... Фух. О. Так, жалоб мало, лиф один, все нормально. Все нормально. Так, сколько я урона нанес? Мне кажется, не больше 40 тысяч. Я не мог больше нанести. Ну да, 3.